сегодня у нас такой вот бодрый, позитивный и, самое главное, наверное, хороший, правильный эфир, потому что мы сегодня рассказываем про людей, которые творили добро на территории Украины, и будем продолжать о них говорить, которые творят добро на территории уже нашей Запорожской области и города Запорожья. У меня в гостях сейчас Ирайсат Магомедалиева, начальник отдела по вопросам регионального развития комбината «Запоросталь», а также главный координатор конкурса «Мы – это город», а также член экспертного совета конкурса «Мы – это город» и руководитель Центра искусств «Арт-Простер» Игорь Гармаш. Доброе утро вам. Доброе. Буквально недавно на той неделе стартовал «Мы – это город». Пришли те, кто желали узнать, какие новые правила, что у нас поменялось, что осталось, как и в предыдущих годах. «Мы – это город». Мы знаем, что в этом году «Мы – это город» стартовал с флешмоба. И какие еще будут новинки и особенности в этом году? Ну, пожалуй, я начну. Да. Вы сказали, что да, стартовал с флешмоба, и это было необычно. И как мы подошли к этому флешмобу, так и будем подходить к другим новинкам этого года. Поэтому это останется сюрпризом. Скучно не будет. Креативно и инновационно. Скучно не будет, да. Ну, а давайте поговорим по поводу того, какие проекты были в том году реализованы, возможно, которые будут продолжаться реализовываться в этом году. Может быть, планы есть какие-то? Может быть, Игорь скажет, потому что у него один из проектов, который уже несколько лет реализуется, потому что стартовал, да? Ні, насправді, я думаю, запоріжцям цікавіше буде згадати про те, що фестиваль бітломанів пройшов і народився саме завдяки цьому конкурсу. Дуже для мене, до речі, несподівано, тому що я не очікував, що буде підтримано такий проєкт. До речі, часто питають, а як же так можна? Ви член експертної ради, мабуть, у вас там все пороблено, там все так раз-раз, вам відразу гроші дають. Та ні, звичайно, бо цей проєкт народжувався як один з багатьох наших, і у нас маса проєктів, які не пройшли у цьому конкурсі. І я, як член експертної ради, не приймаю участі в голосуванні, звісно, за свій проєкт. Ну так, це правильно і логічно. А от на відкритті «Ми – це город» було большое количество людей. Были ли люди, которым это впервые? То есть они увидели, что есть такой конкурс, и они решили сделать свой двор, свой город или область лучше. Были такие? Да, мне очень было приятно, когда первые шаги знакомства с аудиторией, я попросила поднять руки и представиться тех, кто первый раз, и была очень приятно удивлена, что большая часть людей пришли первый раз. Для нас это очень важно. Есть определенный костяк людей, которые знают, участвуют и много лет с нами партнеры, и мы вместе реализуем проекты, и в большей степени им нет необходимости присутствовать на первом мероприятии, потому что они же с нами живут в этом конкурсе. Было важно, что очень много новых запорожцев. Давайте еще новых привлечем, расскажем буквально в двух словах, в чем суть этого конкурса «Мы – это город». И, возможно, сейчас нас смотрят люди, у которых есть проблема в своем дворе, у них там, возможно, нет детской площадки, возможно, у них там заброшенные какие-то клумбы, участки, но они хотят это озеленить. Какие главные критерии вашей помощи этим людям? Ну, наверное, самый важный критерий и важная для нас составляющая – это желание, это идея. И тогда любой житель города Запорожья, либо с инициативной группой, с любой неприбыльной организацией, с общественными объединениями, через муниципальные какие-то учреждения может обратиться, подать заявку, выиграть и реализовать свой проект. Конечно, нам бы все-таки хотелось, чтобы это по большей степени были не только детские спортивные площадки, и даже если это площадка, то чтобы как можно больше людей было вовлечено в реализацию этого проекта, чтобы это были вовлеченность и жителей этого района, и громады в целом, и, может быть, привлечение там побольше партнеров, чтобы мы вместе делали наш город лучше. Давайте тоже скажем нашим телезрителям, которые вот сейчас задумались, да, почему бы мне это не сделать, что необходимо будет не только предложить, да, нужно же инновационность, то есть что-то новое, но еще необходимо будет собственное вложение, капиталовложение, правильно? Небольшой процент... Ну, да, вообще начинать, если у вас есть идея, нужно просто пройти на сайт «Мы – это город» via city.zp.ua и посмотреть условия конкурса. То есть нужно внимательно ознакомиться с положением, и тогда будет понятно и особенности финансирования, и как правильно заполнять заявку, и что вообще должно поместиться в рамки этой заявки. Да, 10% собственного вклада предполагается при получении гранта до 50 000 гривен –
и 30% собственного вклада до 100 тысяч гривен. Ну и, соответственно, приоритеты отдаются тем проектам, в которых есть сотрудничество, партнерство, потому что все-таки мы очень хотим, чтобы этот конкурс был объединяющий. Чтобы все Запорожье участвовало. Да. Игорь, мы только что перед эфиром пообщались с вами, вы говорили, что вы даже ездили агитировать и рассказывать о конкурсе. Конечно. «Мы – это город» в другие города. Ну, поскольку этот конкурс работает по области, а не только в Запорожье, я был в Бердянске и с удовольствием рассказал об этом конкурсе и пригласил к участию. Дело в том, что моя основная функция сейчас – это консультирование. На самом деле огромное количество людей, вот правильно Рейсат говорит, огромное количество новичков появляется, и в этом есть основной смысл. Им надо помочь преодолеть этот психологический барьер, не бояться подавать заявки. И я уже несколько встреч провел, воспользуюсь вашим эфиром для того, чтобы пригласить всех желающих 15 марта. 18 часов в Центре искусств «Арт-Простор», то есть это областная библиотека Горького, как ее больше все знают. 15 марта, 18:00, повторю еще раз, библиотеки областной. Абсолютно все желающие могут прийти со мной вместе, пройти такой мини-тренинг, пройтись по всем проблемным вопросам для того, чтобы удачно, эффективно и правильно подать заявку. Вы успеете большому количеству уделить время, то есть индивидуальный подход будет? Всем желающим. Хорошо, абсолютно. Обязательно. Также стоит отметить, что в этом году «Мы – это город» вырос в финансовом смысле. Финансовый аспект в том году, напомните, 2 миллиона... 400. В этом году... 3 миллиона гривен. 3 миллиона гривен. Таким образом, я думаю, что гранты, наверное, будут распределяться также по количеству сумм, но их будет больше благодаря этому. Конечно. То есть, чем больше грант, тем больше хороших идей мы сможем воплотить. Хорошо. Вот по поводу этого мы поговорили, а теперь по поводу также еще одного новшества. Ведь в этом году количество жюри выросло, и кто новенький? Не совсем так. Мы не увеличивали количество людей, мы просто сделали небольшую рокировку. В частности, было принято решение, что я выйду из состава экспертного совета. Мы хотим, чтобы как можно больше членов экспертного совета были не аффилированы к комбинату, и чтобы как можно больше количества общественников было вовлечено. Мы ввели, давайте я скажу об этапах, что нужно делать. То есть для того, чтобы ознакомиться с членами экспертного совета, понять, как правильно оформлять документы, ознакомиться с архивом конкурса, чтобы понимать, какие проекты уже побеждали, и может быть даже находить какие-то консультационные вопросы там, и встречи с теми людьми, которые уже выигрывали, нужно пройти на наш сайт. Все прозрачно, все открыто, вся информация есть. Там же можно скачать проектную заявку, положение, контактные телефоны. До какого числа можно подавать заявку? Сколько времени у потенциальных участников? Заявки мы принимаем до 1 апреля. Потом будет этап технической экспертизы, потом все эксперты будут вычитывать проекты, и пойдет уже этап полуфинала. Хотелось бы очень попросить, чтобы проекты уже сейчас подавались, потому что, как правило, аврал бывает последнюю неделю, и достаточно сложно. Либо они должны быть абсолютно технически выстроены, чтобы не было претензий, и уже не остается времени, чтобы их выправить. Мы к этому очень лояльно подходим, в принципе, хотя Игорь не сильно любит, чтобы заявки были. Он говорит, представляю, если 50 человек, говорит, надо их корректировать. 254 было в прошлом году заявки. Надо корректировать. И Игорь считает, что если не соответствуют заявки, то извините. Если человек не потрудился хотя бы почитать положение, извините, это не совсем этично подавать проект, даже не почитав условия конкурса. Полностью с вами. Поэтому надо хотя бы ознакомиться с ними буквально. Вот если человек буквально прочитает положение и аппликационную форму заявки и сделает так, как написано, никаких проблем в принципе нет. Надо для начала надо сделать. Знать, как пишется слово «грант», наверное, да? Мы с Игорем тут, наверное, будем выступать как плохой полицейский, хороший полицейский. Я уже вижу, кто хороший коп. Я со своей стороны могу предложить, что чем раньше вы подадите заявку, то мы чуть-чуть вам поможем на этапе технической экспертизы. Вот, и Рейсат поможет. Я со стороны вот обыкновенного нашего телезрителя, который, допустим, прошлые года не смотрел, не следил, где можно посмотреть на те проекты, которые были реализованы? То есть, чтобы, знаете... Для примера, то есть на том же сайте. Там на том же сайте примеры. Есть фотография, краткое описание проекта, в каком году и какая организация реализовала его. И давайте еще раз подытожим и напомним. 15 марта можно будет прийти к Игорю Гармашу в 18 часов. 18:00 в арт-простор в областную библиотеку и там проконсультироваться. На любые вопросы вы ответите. Дальше, до 1 апреля. До 1 апреля можно подавать заявки на конкурсный ящик, адрес которого можно найти на сайте.
сайте «Мы – это город» vsity.pua, а там есть контактный телефон, и можно звонить, спрашивать, писать, обратную связь, мы обещаем. И когда уже наступит тот момент, когда все вот эти, ну, может быть, это рано об этом говорить, когда уже начнут рассматривать жюри? В середине мая, 10, 11, 12 мы планируем уже этап защиты полуфиналистов. То есть к этому времени эксперты уже определятся с теми проектами, которые, на их взгляд, проходят в полуфинал. Ну, а после 20 мая мы торжественно наградим грантами и сертификатами всех победителей конкурса. То есть до лета уже будут, грубо говоря? 20 мая мы будем вручать сертификаты, до конца мая это заключение договоров, и в июне можно начинать... Уже можно приступать, да, до конца декабря реализовывать проект. Ну и последнее, буквально по одному, по два мотивационных предложения, фразы для наших телезрителей. Ну, сьогодні ж у вас тема Тараса Григоровича. Возможно, боритеся, поборете, вам Бог помогає. Все буде добре. Ждем ваши идеи. Мы всегда готовы помочь, поддержать. Пожалуйста, креативьте. Давайте делать наш город лучше. Мы еще раз напомним, что принять участие в «Мы – это город» 2017 может абсолютно каждый житель города Запорожья. Поэтому не пропустите свой шанс. Еще раз напомним, все подробности можно найти на сайте vsity.zp.ua. Заходите обязательно туда. Ну а судя по времени, у нас есть буквально несколько мгновений для того, чтобы прерваться на небольшой прогноз астрологов, который называется «Гороскоп», после чего вернемся в эту студию.